Что здесь происходит? Вы приехали для того, чтобы здесь учиться, верно? Верно. Я хочу выучиться на медсестру. Большое спасибо, что предоставили мне комнату. Знаете, Джули, это очень милый городок. Правда, много студентов, а значит, много соблазнов для молоденьких девушек. Не беспокойтесь, я редко выхожу из дома. Да и мы тоже. У вас есть возлюбленный? У меня никого нет. После вашего приезда он заметно приободрился. Кто? Виктор. Его повеселило, что вы вдруг решили примерить фуражку. Я живу у одной пожилой дамы, но вряд ли у нее задержусь. Почему? У Элизабет есть странности. Любовь. Это ли не изумительнее всего, что есть на свете? Вы заслуживаете красивого романа. Это вы, новенькая? Ну да. Не самая лучшая идея кого-то пускать сюда. Вам следует поискать другое место. Убирайся отсюда! Наваждение Джули. Вы говорили, что я заслуживаю красивого романа.